И снова всем привет! А этот мой обзор посвящен моей новогодней поменяшке с Аленкой. Аленка, тебе привет! Мы уже вчера с ней гуляли по Ярославлю, ходили на концерт. Духовой, кажется, оркестр. Ну, в общем, классно провели время. И вот у меня огромная, просто такая шикарная поменяшка. Плюс, ну, можно сказать, что пообменялись мы подарками на Новый год. Начну я, наверное, обзор свой вот с этого бальзама для губ, который сейчас у меня на мне. Немножко он мне пощипал губы, но я думаю, просто у меня они несколько были сухие. Вот такой маленький тюбичок. Вот такой от коробочки. От Faberlic. Карамельное пралине. Густенький такой. Так вот выдавливается. Он мне вообще даже немножко напомнил гринмамовский крем с гусиным жиром, тоже вот такой же беленький выдавливался. Ну вот я попробую сделать сводч. Еще он вот такой, можно сказать, почти прозрачный, густой, такой, как бы Аленка сказала, жирный. Ну, на руке он мне оставляет какой-то такой белый след блестящий, но мне кажется, его не видно. Хотя вот когда натираешь, видишь, такая полоса. В общем, я чувствую себя на губах его именно жирненьким таким. Он такой вкусненький. Действительно, карамельное пралине. Первые минуты хочется его скушать даже. Почему он мне нравится. Вообще, я довольна очень этим бальзамчиком. Думаю, он у меня будет чаще пользоваться, чем тот Ифрашевский, который с месячной давности покупки был. Так, тут у меня такой один шарфик. Я люблю красное в шмотках. Тут такие полосочки красненькие. Такой клевый шарфик. Так, можно даже в нем сейчас посидеть во время обзора. Вот. Тут висюльки такие прикольные. В общем, шарфик можно носить. Думаю, даже если завтра куда-нибудь соберусь, то можно будет его использовать как шарфик. А еще красный такой, мне кажется, больше палантин, чем двухсторонний. Тут ближе такого с черненьким чем-то. Эйвоновский шарфик тоже. Такой гладенький, будто шелковый. Такой большой довольно. Вот. Прям пупс. Вот такой вот шарфик. Так. Тут вот гордость и радость. Это Элизабет Арден Green Tea. На самом деле у меня стоит еще 50, по-моему, миллилитров, тут 100. Не мне очень нравится. Тут же даже открываешь и пахнет. Зеленый чай, ну такой очень легкий вариант. Она, конечно, кажется мне не очень стойкая была, насколько я помню. Но, ну, допустим, не настолько стойкая, как кенская вода, он же Деколон от Ифраше. У них уже, по-моему, она снята. Тоже зеленый чай. И вот она держалась дольше, Ифрашевская, но зато она была немножко потяжелее. Это такая более легкая, на лето, ну, в принципе, мне кажется, на любое время года, если очень ее любите, но все-таки сейчас, наверное, она не подойдет, но на лето самое то. В общем, я очень рада этой водичке. Это, сейчас я вспомню, кто, Rare Diamond из Эйвона. Как Аленка сказала, такой бабушкин запах. Но мне он нравится. Немножко даже чуть-чуть тяжеловатый. Если бы он был понасыщеннее, то он бы был уже очень тяжелый. Я думаю, сейчас вот именно на зиму он самое то. И крышечка такая. Вообще мне флакончик очень нравится. Так, это In Bloom, кажется. Из серии Today, Always и так далее. С такими цветочками. Тоже Avon. Да, In Bloom. Честно сказать, не знаю, чем пахнет. Но мне он нравится. Таким и цветочным, и чем-то таким. Но вот Today для меня пахло как все-таки таким ландышем непонятным. И туда я дарю девочке одной.
на Новый год у нее попутно еще и день рождения. В этот Новый год практически день в день. Ну, почти. Так, еще Уник Розу для нее. По-моему, тоже Эйвен. Если я ничего не путаю. Сладеньким и розой. Такой сладкой розой. Вообще очень классная такая поменяшка. Так, это у нас были духи. Теперь у нас еще один бальзам для губ. На самом деле, вот у меня в такой же коробочке был, только в красненькой. От Oriflame с вишенкой. Он у меня даже еще немножко сохранился. Заказывала я одной знакомой маминой подруге, но она в результате мне его подарила, кажется, года два назад, на 8 марта. А тут у нас роза. И он тоже, кстати, прозрачный. Пахнет лепестками роз. Такими даже шиповником, дикими розами. Баночка мне это нравится очень. Вообще. Главное, роза. И розовая. И коробочка с розами. Тоже буду его пользовать периодически. Так, это у нас репейное масло с витаминами. Красота и здоровье, 100 мл Миролла. Ну, у меня такое сейчас есть, правда, с красным перцем. Я его втираю в волосы, когда вспомню, вместо маски. Ну, в общем, я вообще люблю репейное масло. И не сколько, наверное, люблю, сколько мне в детстве мама постоянно пыталась мои волосы тонкие, жирные, сделать пышными и нежирными. Ну, хорошее масло, если у вас жирные волосы. В общем, советую такое. Так, это у нас увлажняющий лосьон спрей для лица. Ну, было сказано Аленкой, что можно и для тела. Это Планета Спа Эйвен Романтика Марокко с розовой водой. Так, у меня еще тоник с розовой водой есть. Хотя у меня где-то там в закромах родины и моя розовая вода есть. Пахнет чем-то таким интересным, нежным, вкусным. Ну, потом мы его заюзаем. Такс. Это у нас гель для душа с вишенкой. На самом деле, я совсем недавно Аленке говорила, что ела конфетки. Вишня в шоколаде. Кстати, вот они у меня. Это из Юлькиной, из той посылки. Вишня Владимировна. Ну и что я люблю вишню. И вот получить гель в подарок с вишней, что вообще сверхмечтание. Очень вкусно, но несъедобно. Написано. Только для наружного применения. Я, может быть, его завтра даже опробую. Это Фаберлик. Вишневый конфитюр. Он пахнет действительно вишневым конфитюром. Вишневым вареньем. Вот. Так, это у нас гель для душа. Кремовый марсельезец. Интенсивное питание. Масло органы, пчелиный воск и масло лепестков розы. Мне где-то год назад моя родня дарила тоже из марсельеза какой-то гель для душа. В общем, он мне понравился. Вообще, марсельезец вроде как должен сделать, он быть во Франции, но тут написано, что в Греции. Но не суть, главное, не в России. Я не говорю, что русские продукты плохие, но просто, допустим, как и Фраше делают частично в России, а завышают цены, будто это из золота прям. В общем, пах он, кстати, я уже его нюхала розою. В общем, у меня тут розы, вишни. Так, это у меня очередной крем для рук. Уже молоко и лесные ягоды от Dolce Milk, 50 мл. Ну, он классический тоже, такой вот белый. Он чуть погуще по консистенции, чем ифрашевский крем для рук из моего последнего обзора. Ну, он хороший такой. Хорошо впитывается, хорошо увлажняет. Не липкий. И вкусно пахнет. Так, еще вот это у нас уже молочко для снятия макияжа. Молоко и абрикос. 125 мл тоже Dolce Milk. На самом деле у меня еще то молочко не закончилось с лесными ягодами. Там где-то, ну, где-то может быть половина, может чуть меньше. Вот. Теперь у меня есть два молочка. У меня проблема поиска молочка или покупки решена.
это будет пока в запасике. Но она тоже, конечно, белая. Но вообще, как пахнет абрикос, вот, допустим, как духи, я его не понимаю, но для кожи лица, тела, рук вполне сойдет. Хотя абрикос, как фрукт, я люблю. И вот такая вот маска Доктор Био на органическом масле макадамии. Ночная активная маска для волос. Интенсивная регенерация 90%, 98% снижение ломкости волос, 89% блеска волос и 77% легкости расчесывания. Вот такое. Вот 250 миллилитров. Ну, я думаю, на днях я ее попробую. И фиг с ним, что мне не надо спать. Мама меня в детстве мучила и похуже. Ну, в том плане, что тоже всякие маски ночные делала мне. Так что я думаю, переживу я одну ночь с маской, потом узнаю. Ну и, соответственно, в пустых баночках скажу свой отзыв о ней. Вот такая вот огромная шикарная поменяшка у меня в этот раз была от Алёнки. Я очень-очень-очень этому рада. Если вам мое видео было чем-то полезным, то я очень тоже рада. Ну и спасибо за просмотр, и пока.